Ранее в 2021 году Назаровская межрайонная прокуратура выявляла задолженность у предприятия ООО «Птицефабрика Преображенская» в размере 500 тысяч рублей. В ходе проведения прокурорской проверки и принятия мер прокурорского реагирования задолженность была погашена в течение 2 недель. Это происходило всего в октябре 2021 года. Также юридическое лицо по данному факту было привлечено к административной ответственности с назначением административного штрафа. В феврале 2022 года в Международную прокуратуру поступила информация о наличии задолженности по обязательным платежам перед Фондом социального страхования, в связи с чем, помимо мер прокурорского реагирования, руководителю ООО «Преображенская птицефабрика» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства в сфере оплаты труда, то есть в части выплаты заработной платы людям в связи с наличием долга у предприятия. В течение июня 2022 года в Международную прокуратуру поступило 2 обращения от работников Преображенской птицефабрики. В ходе проверки, по результатам проверки было подано 25 исковых заявлений на общую сумму более 500 тысяч рублей, которые были рассмотрены судом 6 июля 2022 года. И фактически задолженность была погашена в 3-дневный срок. В настоящее время Назаровской межрайонной прокуратуры совместно с сотрудниками Следственного отдела Следственного комитета по Назаровскому району организована проверка по факту массовых нарушений трудового законодательства ООО «Птицефабрика Преображенская». В настоящее время выявлена задолженность перед 104 работниками предприятия на общую сумму 3,63 миллиона рублей, которые предприятия обязуются погасить до 11.08.2022 года в полном объеме. В настоящее время, помимо обещаний организации, Назаровская межрайонная прокуратура готовит заявление о выдаче судебных приказов в интересах всех работников, в связи с чем собираются заявления, копии паспортов и готовятся заявления для направления в суд и принудительного взыскания.